Это был не Гордон. Газ Крейна повлиял на меня сильнее, чем я думал. Маленькая мышка заблудилась. Тужишься понять, где правда, а где игра твоего крохотного больного умишки. Это мне знакомо. Расслабься и получай удовольствие. Сдашься? Комиссар полиции здесь, за стеклом. Взгляни-ка. У Харли четкие инструкции. Если кому-нибудь в комнате ты хотя бы померещишься, она убьет старика. Мои патрули там повсюду, и я предупредил их о твоем визите. Давай так. Если сможешь подобраться к Харли незаметно для всех, получишь приз. Не сможешь, старый пердун умрет. Я даже могу отдать тебе саму Харли. Тебе, похоже, нужен новый... Назвать того, кто не смог решить три четверти моих загадок. Бэтменом. Джокер не шутит. Бэтмена нужно держать подальше от старика. Если хоть кто-нибудь до него доберется, я кашу расхлебывать не собираюсь. Нет проблем. Мимо меня и муха не пролетит. Бэтмен сдохнет, а я прославлюсь.
Как скажешь. А теперь иди туда и смотри в оба. Пошел! Игра такая, парни. Комиссару крышка, если летучий мутант заявится. Вы замечаете его. Харли кончает старика. Меня припасет шикарный приз для того, кто увидит Бэтмена первым. Что смогу его остановить? Ты сможешь. Бэтмен, послушай, мы не одни. У него здесь есть что-то еще. Но я не знаю, что именно. Что ты за болтун? Испортил такой сюрприз! Помолчи. Шоу, что такое? Я тебя раздражаю, правда? Отлично! Следующий номер тебе точно понравится. Нужен логин доктора Янг. Неважно. Ко мне за спину. Быстро! Бич. Я думал, он сбежал из бандей. Освободи меня. Кто это сделал с тобой? Доктор Янг. Бруха. Она высосала из меня весь вином. Нужно остановить... Прости, Бич. Доктор больше не создаст проблем. Как тебе, моя марионетка? Что скажешь? Отпустим его? Гордон, беги! Yeah!
тебя уничтожу! Хорошо, Джим. Где Квин? Исчезла. Наверное, освободилась, пока Бич трепал тебя. Нужно увести тебя с острова. Я не новичок. Сам справлюсь. Я сломаю тебя, Бэтмен. А потом в руку. Нет, Бич. На этот раз сломаешься ты. Джим, возвращайся на материк. Здесь слишком опасно. Я не оставлю тебя. По радио сообщили, что он заминировал весь город. Готэм охватит паника. Ты нужен там. Мы готовы, сэр. Бич назвал доктора Ян Бруха. Что это значит? Это ведьма по-испански. Араку, проверь городские компьютеры. Мне нужна информация по доктору Янг. Все, что сможешь найти. Я просмотрю результаты, как только доберусь до пещеры. Пещера? На острове Арчим? Я обустроил ее несколько лет назад. Лучше заранее подготовиться к подобным ситуациям. Как тебе удалось сохранить это в секрете? Ты же знаешь, я это умею. Итак, ты думаешь, что доктор Янг экспериментировала с Веномом? Тем же препаратом, который превратил Бича в монстра? Да, и меня это беспокоит. Бич выглядел еще сильнее, чем обычно. Джокеру нужен Веном. И это главная проблема. Я направляюсь на мыс мертвеца на севере Архима. Свяжусь с тобой из пещеры.
А что это за история с мысом покойника? Последние 100 лет это излюбленное место самоубийц на острове Арчи. Да, знаю. Я спас одного гаремаку заключенного. Он чуть не спрыгнул на камни. Я нашел вход в пещеру и за последние годы перенес в нем много припасов. Можно сказать, что это мой второй дом.
Система безопасности дезактивирована. Пуск. Она проводила эксперименты на пациентах в Арктике. Новый препарат лишь отчасти соответствует оригинальному составу венома. Внесен ряд изменений, похоже, для усиления эффективности. Многочисленные ссылки на формулу титана. Даже небольшая доза препарата запускает изменения, подобные действию венома, и нет необходимости в больших контейнерах, как у Бича. Минутку. Записи неполные. Нет формулы препарата. Видимо, именно этот секрет утаила доктор Янг. Если Джокер получит его, он создаст целую армию. 1000 бичей. Боже, Джокер настолько не в себе, чтобы пойти на такое? Да что я говорю? Ты должен остановить его. За ней. Янг отправилась в поместье вместе с Кэшем. Поднимусь на поверхность через катакомбы. Извините, босс, поиски затянулись чуть дольше, чем вы планировали. Ой, мне жаль. В следующий раз, когда соберусь захватить какой-нибудь остров, обязательно все спланирую. Нет-нет, я не то имел в виду. Эта штука вообще работает? Меня слышно? Я стучится к вам и уже простите. Я как раз придумал новый способ. Просто убийственный.
здесь мучаемся. Так, не главное. О, кое. Что помню. Я туда и близко не подойду. Только дотронься до двери, и оно тебя сожрет.
Я проверила информацию по доктору Янг. Согласно данным из банка, она часто получала платежи. Деньги начали приходить в апреле прошлого года и прекратили поступать 2 месяца назад. После этого средств она больше не получала. Деньги переводились из частной компании, принадлежащей некому Джеку Уайту. Любимый псевдоним Джокера. Значит, он оплачивал доктору Янг создание армии, а потом вдруг остановился. Это странно. Они были отклонены. Она заблокировала свой счет. Видимо, она передумала. Хотела вернуть деньги, а Джокер не любит, когда его партнеры пытаются выйти из игры. Поэтому он решил вернуться в Аркхем, найти ее формулу и создать армию самостоятельно. Точно.
все разваливается на части. Пользоваться крюком опасно. Придется лезть по старинке.
субъекта Уэйлен Джонс, также известен как Крок-убийца. Так, вот чего ты со мной возишься? Хочешь узнать, зачем я это сделал, а, док? Мы хотим вам помочь, мистер Джонс. Так что ты меня вылечишь, док? Сделаешь меня нормальным? Нормальный – неудачное слово. Кто из нас действительно нормален? Я так и думал. Так что скажешь, док? Отпустишь меня, а я тебя не стану жрать. На самом деле ты не ешь людей. Это просто городская легенда. Думаешь? Ну давай, иди дальше. Бандиты из Black Gate добрались до арсенала. Врежь ему еще!
сильнее. Я на твоей руке. Сокращение бюджета.
Мое путешествие продлилось чуть более месяца. Я посетил ученых в Метрополисе и Кейстоуне, и передо мной открылся мир новых идей. Я возвращался домой в прекрасном расположении духа, предвкушая встречу с женой и детьми. А потом я стоял на коленях в крови родных, не в силах удержать окровавленными пальцами осколки своей жизни. Хотя небольшой синячок или порезик делу не помешает.